Привет, друзья! Я в Калининграде, но это такая окраина Калининград. Так уж получилось, что когда я сегодня приехала, отели, которые в центре, удивили меня ценами. На самом деле это может быть стандартная цена, но я была как-то не готова к таким ценам. Билет стоил в Москву 17 тысяч, он сегодня подорожал с 9 или с 10 тысяч до 17. Ну и, соответственно, мне нужно было срочно найти место, где жить. И я таки его нашла. Место называется, боже мой, я уже забыла, Калина. Гостевой дом Калина. И довольно приличное место. Единственное, нету кондиционеров. И оно находится на окраине. Но зато вместо того, чтобы жить в номере, который стоит от 6 до 9 тысяч, цены прям вообще московские, и которые находятся в центре, я заплатила с сегодняшнего числа, за пребывание с сегодняшнего числа до 19-го, всего 5600, по-моему. Ну, это, конечно же, без еды. Я, кстати, должна уточнить, по-моему, там завтраки есть. И я нахожусь на окраине. Вы видите, какие у меня пейзажи за спиной. И на самом деле это здорово. Я не знаю, увижу ли я центр города, потому что я склонна к тому, чтобы считать, что у меня очень мало времени. Но если я завтра не поленюсь и куда-то поеду, то, конечно же, в таком случае все будет прекрасно. Но что-то говорит мне, что Вера очень ленивая. Ну и давайте я вам немножко покажу округу. Ой, простите. Вот такие коттеджи. В принципе, ничего такого особенного. Я сейчас иду кушать. Мне очень нужно. И да, в моем номере нет кондиционера, насколько я уже вам, наверное, сказала. И там стоит жуткая жара, мне дали вентилятор. Ну, не прям жуткая-жуткая, но достаточно, конечно, жарко. Посмотрите, какие яблони. Какие тут яблоки. И домик такой, да? Ах, супер. В общем, интересно, будет ли Вера ленивой. А сейчас мы посмотрим, где какие тут кафе есть. Смотрите, какие молодцы ребята. Ух, какие дома. Воздух здесь на самом деле очень здоровский. Наверное, в идеале нужно бы было съездить на Балтийское море и в него окунуться. Я по нему ходила только ногами, и то со стороны Дании, там, где как раз-таки Северное море соединяется с Балтийским. И хотелось бы, наверное, с этой стороны. Ну, а насколько хотелось бы, мы с вами увидим уже по завершению данного путешествия. Вот, друзья. Вырулили мы куда-то сюда из таких вот домиков, которые я вам показала, вполне себе такой жилой район. Там, кстати, был такой шикарный дом. На обратном пути я его наверняка сниму. Надеюсь, что темно не будет. Пока что не вижу никаких кафе, ресторанов. Ну, наверное, увижу. Главное найти дорогу домой, что называется. Типичный город с замечательным воздухом, правда, прям с замечательным воздухом. Наверное, от Балтики так, действительно, прям супер. Погода замечательная. Мне кажется, сегодня было 30-ка, может быть, даже больше. Сейчас более-менее комфортно.